Сколько стоит здоровье детей? И где его купить? Сколько слез и бессонных ночей нужно заплатить? Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько ей придется взывать за жизнь, что дал ей Бог однажды. Сколько стоит, чтоб в доме цвели цветы любви, цветы покоя, чтобы грех и страх не смогли разграбить дом своим разбоем? Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько ей придется страдать за том, что дал ей Бог однажды. Мудрая жена свою строяет дом, и Божья благодать прибудет в нем. Путь на небеса жить не для себя, расточая жизнь свою любя. Сколько стоит ребенка душа, отданная Христу, чтобы тот, кто от Бога бежал, склонился ко кресту? Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько нужно в молитве стоять за тех, кого дал Бог однажды. Время сеять, и время придет, чтоб плоды собрать. Только тот, кто в терпении ждет, сможет в вере устоять. Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько нужно в терпении ждать, чтоб плоды собрать однажды. Мудрая жена свой устрояет дом, им Божья благодать прибудет в нем. Путь на небеса жить не для себя, расточая жизнь свою любя. Мудрая жена свой устрояет дом, им Божья благодать пребудет в нем. Путь на небеса жить не для себя, расточая жизнь свою любя. Господа любя. Слава Богу!